Всех приветствую на своем канале. Я решила совместить приятное с полезным. Точнее, как вроде как почти конец месяца. Я завтра уезжаю в деревню. У меня видео записано было заранее несколько штук. И сегодня опубликовалось 2 как раз в 11.12. Завтра будет тоже опубликовано. И 27-го. Я думаю, что 28-го, если даже я ничего не успею по приезду опубликовать или записать, большой проблемы не будет. У вас, в принципе, есть что посмотреть, и я решила сделать этот обзор пустых баночек, потому что у меня практически, ну не то чтобы они понакопились, одна еще не совсем закончилась, но я думаю, что вот там буквально раз-два и уже все закончится. Я не знаю, будет ли у меня просто возможность и время записать это видео потом, поэтому я решила сделать это сейчас. Ну и, соответственно, будет потом в конце видео привет, и любители повопить в комментах, ну вот опять поле чудес, вы можете просто досмотреть до момента, где пустые баночки закончатся, и нажать на паузу или как-то так, на стоп, да, и в конце будут, в общем, эти приветы. В общем, не настолько много у меня на самом деле баночек в этот раз накопилось, но у меня закончились те продукты, которые я периодически пользовала, потом переставала ими пользоваться, потом снова начинала. Кстати, волосы я сегодня мыла шампунем, сейчас помню, кажется, Таленки от Алены. Кого у меня последняя посылка была с шампунем от Avon и маской для волос. Вообще, я что-то от этой жары такая мертвая сегодня. В общем, еще бытовушка мелкая и слишком семейная проблема. В общем, я немножко притормаживаю. Но я очень надеюсь, что я в деревне хоть еду всего лишь на 2 суток, я все-таки получится у меня отдохнуть. В общем, шампунь у меня закончился. Это вот этот вот. Он у меня был в паре с бальзамом. Это шампунь Green Mama. Шампунь биоламинария от секущихся волос с морскими водорослями. 400 мл, серия Морской сад. В общем, он очень хороший, но или он слегка у них подпортился по составу, или еще что-то. Мне он по запаху просто вот немножко напрягал запах. Вот какой-то такой. Сейчас даже приоткрою его. Вот какого-то такого конкретного мыла мыльного. Ну, не могу сказать, что это плохо. Волосы, в принципе, от него были хорошие. Он мне раньше очень нравился, но и раньше, мне кажется, у него был немножко или вообще без запаха был, или нейтральный какой-то. Но точно мылом мыльным не вонял. Ну, в принципе, я могу его посоветовать. Раньше я его покупала именно вот, когда у меня были секущиеся волосы, но благодаря Женьке они у меня перестали сечься. Тут у меня еще, оказывается, немножко осталось, натекло вниз. Хватит еще, наверное, на применение. Это вот как раз они в паре были. Это бальзам-кондиционер биоламинария от секущихся волос с морскими минералами. Водорослями, извиняюсь. Морской сад, 400 мл. В общем, он хороший такой. Вот в паре они очень хорошо идут. Я не знаю, как по отдельности будет. Вот, ну, допустим, если его с чем-то другим смешивать. Но последний раз я вот пользовала его уже в чистом виде. В принципе, в чистом виде именно вот без бальзама. Он тоже вполне ничего такой. В общем, я могу их посоветовать. Вообще неплохая косметика. И Green Mama косметика считается, в принципе, лечебной. Вот у меня закончился, он даже уже... Просто я его пользовала как гель для душа, и как жидкое мыло для рук. И в основном у меня уже стало где-то 1/3, и я его доделала в Pinot de Van. Очень мне нравится исключительно по запаху этот аромат. Это Avon Sense, увлажняющий, пробуждающий цитрусовый заряд, сочный грейпфрут и мандарин гель для душа. С экстрактами натурального происхождения 100%. Мне очень нравится скраб этой серии. Вот именно вот этот цитрусовый заряд. Гели Avon Sense для меня, они мало пенятся, и мне нужно очень много вылить, чтобы была хоть какая-то меняемая пена. Но это, конечно, на любителя. Ну, тут 250 мл. Вряд ли я буду, конечно, его еще раз брать. У меня уже несколько повторов было скраба этой серии. Но, может быть, конечно, я думаю, может взять жидкое мыло. Вот чисто мне сам аромат нравится. Вот, в общем, по аромату он мне очень нравится, а по пене не особо. Хотя пену в роли пены для ванны он хорошую дает. У меня закончилось, буквально там совсем чуть-чуть осталось, и оно уже просто не выдавливалось. Это из моего первого единственного заказа Faberlic Beauty Cafe лимонная манпассия. Вообще заказывала в свое время из-за того, что у Аленки было очень много видео, оно упоминалось, это манпассия, и она его, ну, в общем, хвалила. Лакомство для тела, 0 калорий, жидкое мыло для рук. Что хочу сказать, тут у нас 300 мл, я уже не помню, сколько оно стоило, но вроде недорого. Состав, ну, про состав я умолчу, не будем уж его разбирать. Ну, оно не очень мылится, вот чисто мне так показалось. Но я делаю,
вот из немножко, так вот буквально один маленький такой стаканчик, мерный у меня есть, от гринмам еще остался, делаю этот один маленький стаканчик, один колпачок, можно сказать, в пену, в роли пены для ванн добавляла в ванную, очень такая шикарная большая пена была, и ничем не пахло, и очень нежная, вот именно как пену для ванн, его можно попользовать, правда, потом я его в основном пользовала как жидкое мыло. В принципе, ну, мыло как мыло, но по мылкости оно вот сравнило с этим вот гелем для душа. Так, что у нас еще тут? У меня почти закончился вот этот вот чудесный, этот Avon Planeta Spa гель-мусс для душа с экстрактом семян гималайской меренги, тонизирующая гармония. Аромат, как Аленка и говорила в своем, кажется, она говорила в каком-то своем видео, мужской, но он такой унисекс. Он мне очень нравится, такой действительно мужской аромат. Но это я его пользовала и как гель для душа, и как просто как жидкое мыло, даже пару раз косметику смывала, ну, в смысле, для губ. Просто как-то он под руку попался. Очень удобно вот этот дозатор, там действительно это мусс. Ну и как, чтобы, допустим, была пена или как-то оно более-менее намылилось, я на губку очень много выдавливала. Ну, я думаю, просто те, кто не особо любит, там, допустим, пену из ушей, да, а главное, чтобы помыться и помылилась, да, то, в принципе, он подойдет. Но я покупала за 229 рублей, кажется, ну, может быть, по скидке представителя он где-то в 200 обошелся мне. Но мне все равно кажется, что 150 миллилитров, 200 рублей, вот это вот, ну, это баловство. Может, я как-нибудь его повторю. Просто даже из-за запаха, из-за того, что он такой гель-мусс. Ну, а с другой стороны, ну, не могу сказать, что то каких-то особых восторгов или какого-то недовольства. Ну, просто такое баловство. Ну, Планета Спа, в принципе, у Эйвен довольно хорошая серия, и кто любит, я думаю, просто понравится вам даже попробовать. У меня, ну, закончилось средство, которое покупала, кажется, по баллам Эйвен Кэр. К3 в одном. Тут у нас алоэ и кто-то еще. Алоэ имбирь. 200 миллилитров. На самом деле, мне кажется, его мне хватило его на 3 месяца, мне кажется, его бы хватило и на дольше. Я просто иногда забывала, что там на всего лишь капельку у меня выдавливалось сверх дофига. Иногда я его по ошибке пользовала как мыло для рук. Ну, просто стоит открытая, налила, потом, ой, блин, что это? Ну, в общем, его бы хватило, я думаю, на полгода точно. Ну, мне хватило на 3 месяца, и оно мне очень понравилось. Оно хорошее, мне Женька его нахваливала, и, в общем, я не разочарована. Может быть, даже я его потом закажу не по баллам, потому что баллы у меня стабильно в последнее время исчезают по всяким причинам. Так, у меня закончился первый гелик. Вот этот вот, Faberlic Beauty Cafe. Карамельное пролиненное гель масло для душа. На самом деле это никакое не масло, это обычный гель. Но он мне понравился, он хорошо пенился. Он, в принципе, пену для ванн, он небольшую пену давал, но вот именно как гель для душа очень хорошо пенился, у меня второй такой есть, чуть-чуть неполный, мне Аленка повторила, потому что он ей не подошел. И вот в отличие вот от этого вот его брат-близнеца, да, который у меня все еще лежит, и, ну, он уже был в пустых баночках, просто там на пару раз осталось буквально применение, я его пользуюсь иногда для своих обзоров, поверх губной помады какой-нибудь. В общем, в отличие от своего собрата, он очень классный, мне никакой аллергии не вызвал. И он мне очень понравился. И вот у меня про запас еще есть один. И запах такой колы. В общем, Кока-Кола. Естественно, я ее уже вымыла, потому что остатки, оказывается, тоже на пену для ванн выделывала. Так. Шампунь-кондиционер. Последний у меня закончился. Шампунь-кондиционер SPF 03. Это Green Mama, серия Дениса Зарнин. Серия Солнечный круг. Водоустойчивый солнечный фильтр. Защита от выгорания 250 миллилитров. Он шел у меня в подарок. У меня было три таких. У него был срок годности до августа 2016 года. Он у меня ушел весь. Все три тюбика. Он жидкий по консистенции, такой перламутровый. Очень хорошо промывает волосы. Волосы от него пышные. Кажутся даже густыми, учитывая, что у меня жидкие вообще-то и жирные. В общем, он мне понравился, но я так поняла, что в Гринмаме он уже снят с производства или снят вообще. Не знаю, будут ли они его производить снова. Если вы на сайте-то его точно нет, если вы его где-нибудь увидите в магазинах, то я вам советую его купить, очень хороший шампунь. Не знаю насчет выгорания, но, наверное, все-таки помогают. Я как-то просто особо не обращала внимания раньше, выгорают ли у меня волосы или нет. Но он мне очень понравился, в общем, достойный шампунь. Так, ну и последняя баночка, как у меня выяснилось. У меня закончились духи, которые долго-долго не могли закончиться, потому что они у меня лежали, я могла вот их вообще не пользовать. Это снятости и фраше Ода Любви. У меня такой флакончик уже когда-то был, мне его подарила одна девчонка, потом я эти заказывала, и в подарок мне приходили маленькие. Маленькие, которые я поделилась с Аленкой, и кажется, я их
Думала, что они у меня закончатся раньше. Может быть, даже в баночках пустых прошлого раза их оговаривала. Но они у меня еще есть. Это такой нежная такая ваниль сладкая, если кто не в курсе. Я не знаю, с одной стороны, я бы раньше его оставила, как барахольщица этих флакошков. У меня очень много сыра, у меня было, потом я их выкинула. С другой стороны, ну а зачем мне этот флакошек? Ну, конечно, такой бутончик розы. И нифига она уже ничем не пахнет. Хоть там какая-то капелька еще осталась. В общем, вот такой у меня был обзор пустых баночек. Их действительно немного в этот раз накопилось. И еще теперь я перехожу к приветам. Потому что у меня там просили, я подозреваю, что, наверное, некоторые ждут, а я что-то как-то такая расслабленная выполняла запросы из списка, причем ставила, загружала и ставила их на определенную дату публикации. И даже вообще забыла про эти приветы. Еще я сегодня какая-то немножко вялая, и если еще чуть-чуть на тон сбавить голос, то это будет вообще АСМР, наверное. Но АСМР я уже не осилю. В общем, приветы. Настя, которая снимает видео мультики с игрушками. Привет тебе. Дивно Дедич, привет. Соответственно, заранее извиняюсь, если ты кого-то неправильно произнесла. Еще вот там вот одна фамилия у человечка. Я тупо не разобрала свои каракули. А ходить уже по комментам, искать мне просто сил уже нет, извините. Оливер Сайкес, привет. Ну, тут, соответственно, будут еще на бумажке зеленой ручкой, как обычно, написаны эти ники ваши имена. Аудика, привет тебе. Марьям, привет. Нонна Лошкарева, привет. Мне кажется, ты у меня в одноклассниках, в друзьях числишься, если я ничего не путаю. Ну, в общем, все равно тебе привет. Вероника Взови, привет. Если переврала фамилию, прости, пожалуйста. Юра и Настя, привет вам. Лиза и Жанна, и вам тоже привет. Света из Самары, тебе шлем привет. Полина Краева, привет. Маша Кайванова, привет. И вот именно ты тот человек, фамилию которого Рай. Я одну букву просто не поняла у себя. Я иногда так пишу Т, иногда так пишу И. Чуть не сказала, и краткую, чуть не сказала Y. Все, приехали. Я буквально вчера вечером дописала, доделала один перевод, который у меня почему-то очень долго шел, хотя на самом деле это очень легкая сёдзя. Но что-то вот у меня он не шел внезапно. Может быть, от жары, может. Постоянно еще меня все отвлекали ВКонтакте на тот момент. Потому что когда я проверяла потом на опечатки себя, я сидела и так в такой шок впадала. 40 страниц, а опечаток больше, чем когда я пишу ВКонтакте и тороплюсь. Так. Ева Вейдер, тебе тоже привет. И Марина Кухарская, привет. В общем, я надеюсь, это будет видно. И да, я обещала там обзор шмоток летних. На самом деле, просто у меня сейчас пока действительно не совсем удобно мне снимать. Я не уверена, могу ли я это заснять, при этом меня не будут отвлекать. Я надеюсь, приеду с деревни, у меня все-таки получится, или до поездки моей в Карабиху на выступление и встречи с Аленкой, или уже, надеюсь, после. И я все еще думаю эту приобрести палку. Ту, в общем, штатив, который я хотела, он слегка... Ну, короче, тот, который мне понравился, на него плохие отзывы были. А тот, который... не, ну, который, в принципе, ничего, но, в общем, он только 106 сантиметров максимум делается. Я думаю, что если снимать, допустим, себя в полный рост, то это будет где-то на уровне груди, вряд ли это получится. В общем, я пока в выборе и в раздумьях. Ну, в общем, если вы досмотрели до конца, это вам было чем-то интересно и полезно, и я удовлетворила ваше приветливое любопытство и желание, то я очень рада. Ну и до новых встреч. Пока.